Всем привет, друзья, с вами Сишок, Вакот и Сергей. Всем привет. Ку-ку, ёп. Тут рядом бегал, а вот он. И добро пожаловать в Space Engineers. Я тут пытаюсь, блин, себе ангарчик этот запилить, но у меня плохо получается с этим делом. Камаль ремонтирует Уоллес, а я буду снимать. Итак, а я покажу, что тут Камаль натворил за время нашего отсутствия. Так, он тут сделал... Да, Камаль это единственный человек, кто играл, по-моему, за время отсутствия нашего. И то я играл аж 15 минут. Подожди, ты не достроил эти. А, я понял. Я только достроил саму эту штуку. Теперь смотрите, ребятушки. Я вам хочу продемонстрировать. Демонстрация. Как вот эта вся штука сбрасывает эту пуняшку. Интересно. Так, как она называется? Сборщики? Какатели. Какатели? Сфинктеры. Ну, в принципе, на какатели они похожи. Соединители или как там было? Да, так-то они соединители, только они непонятно, что с чем соединяют. Они какают? Какают. Причем очень ровно, очень в темп. Профессионально. Профессионально. Профессиональные какаются. Только что-то мне кажется, твой корабль уходит потихонечку. Да? То они все дальше и дальше какают. Сейчас ее толкнем, еще получится. Интересно, если на голову пойдут камни. Ну, обмажут немножко тебе, да ничего страшного, помоешься потом. Ай. А жизнь при этом не тратится. Только неприятные ощущения. Эй! Блин. Ай, потерянные камни. Блин. Я вообще разбился. Это все железо, это все железо. Круто как. Там не только железо. Там и камень сплошной, скорее. Пока что падает только железо. Только мне интересно, куда они идут, если тут недостроен конвейер. Идут, спокойно. А, там первые рефайн. Там они в ассемблер идут, а ассемблер связан с другими этими. Я понял. По крайней мере, в теории. А что нам нужно для того, чтобы строить эту конвейер-то? Достроить, скажем так. Какой конвейер? А вот этот, так, тут нужны моторы, тут нужны строительные компоненты и маленькие трубки. Сейчас все будет. Все. Да ё-моё. Что ты? Да блин! А ты кто был вообще? Я подбежал так. Явненько это был мне. Ребят, теперь предлагаю, надо бурить. Ну, конечно, не сейчас, но в будущем нужно будет бурить, потому что нам нужно больше. Больше чего? Всего. Больше всего? Не, надо придумать, как фильтровать камень, чтобы не сбрасывать камень лишний. Нам нужно больше денег. Больше мяса. Нужно больше золота. Блин. Строительных компонентов явно не хватает. Чё ты там варишь-то? Давай хотя бы для виду доделаем этот блок. Для вида хотя бы? Да, потому что... Ну раз он так работает, чё ему? Пусть там, работает. Нет, там внутри просто блоки доделан. Не видно их. Их можно и не доделать. А крайний я хотел бы сделать. Так, сборщик. Нам нужны железные пластины. Только не толкайся опять. Так, всё. Железные пластины, а также нам. А вы сейчас нужны... оба снимаете или снимает только сами? Оба. Ага. Вот вы какие. Хитрый. Так, мне еще чуть-чуть до реактора осталось. Что мне нужно для реактора? И Олис будет жива. Нужно так, еще 4 мотора. Тогда Толис реактор отломил успел. 4 мотора? 4 моторчика. Так, ты знаешь? Все-таки они не работают. Не идет. Сейчас достроим, да, не во все рефайнеры идет. Ну потому что у нас пока что та часть не соединена. Так что это норм. Какая именно не соединена? Дальние? У нас два самых правых вот эти вот. Сказал, что они. Типа... Да блин, да что? Ё-моё! Трупик лежит. Что это за место там?
Что здесь за люди живут, надо? Надо ходить кругом и закрыть там это. Ребятушки, я возьму 4 двигателя и все. Вообще не больше. Только третий, по-моему, ассемблер нормально работает. Кто-то сварку оставил, я об нее спотыкнулся, наверное. Это твоя сварка выпала у тебя из рук. Я тут второй раз дыхаю, может быть. Будет много сварок зато у тебя. Победитель. А, наконец-то поставился здесь блок. Так, нужно уранчика немножко. У меня длинные ноги. Я не могу идти вниз. Ладно. It's alive! А-ха-ха! А я Enderial Plate потерял, когда разбился здесь. Что? Я разбился об камни и потерял ресурсы, которые были в лестнице. Представляешь? Может, они в лестнице застряли? Да вот и нету там нифига. Да, Олис жива. It's alive! Да. Все. Все, по идее, сейчас везде должны быть ресурсы, сейчас производство. Нет, нифига. Ну, вообще как-то странно работает почему-то. Ребятушки? Может, он сквозь сети не пропускает, или там подключено сквозь контейнеры? Здесь проходит. Надо посмотреть, где у нас много железа. Опять мне ноги мешают, блин. Да. Тебе их подпилить, у меня есть болгарка. Не надо, спасибо. Где у нас? У нас вот 49 тысяч железа, вот только что. А где они? В очистительном заводе, в первом очистительном заводе. А почему? А, вот, смотри, теперь можно перекидать их. Да, да. Понял, они сами. В первом. Она в рефайнере. А сами они не двигаются, да? Нет. Да ладно, почему это они сами не двигаются? Не знаю. Да, они просто, смотри, складываются вон там. Типа, куда хочешь, туда и бери. Так, значит, железо. Так, немножко интерьер порейтов. Ты ё-мо, немножко. Ещё, более снова работает спам. Вот так. Так, мне пройти бы здесь никого. Ну теперь знаете, что сделать? Я сделаю защитный каркас для реактора, потому что еще раз такая шутка с реактором. Не пройдет, да? Да. Я мучаюсь с железными слитками, не могу понять, что за фигня. А первый сборщик. Второй сборщик. Тут нет железа. Почему нет железа, если я куда скинул железо? А! Тут другого не хватает. Железо есть. Вот, отлично. Первый сборщик. Тут железа мало. Все нормально, мне кажется. Сейчас посмотрим в рефайнере. Но я немножко по-другому себе это представлял. Что оно само будет двигаться так, да. Куда? Какой-то логики нету, видимо. Блин, 1% хп. Ничего, в будущем будет 100%. Да, наверняка сделают. Может быть. А может быть, направленные эти конвейеры сделают. Что будет немножко хуже. Сборщик. При этом надо кидать железо, чтобы работало не в сборщик, а в этот. В рефайнере, понимаешь, в очистительный завод. Ну так оно само не переезжает в рефайнере, который руда принимает. Или в сборщик. Нет. А в сборщик. Мне кажется, тут, в рефайнере тут... она сама прилетает. В рефайнере она сама прилетает. Нет, рефайнере не нужно, оно само прилетает. В рефайнере, но самое обидное, что он все прилетает в один рефайнере, понимаешь? Потому что у нас еще те не присоединены, ребят. Да я присоединил все. А тогда все очень плохо. Ну не очень, но плохо. Ну плохо. Боль в жизни, печали тогда. Да. Как-нибудь справимся мы с этим. Ай, я застрял, походу. Да, застрял. Эх, придется еще пробурить. Ты что, до сих пор будешь там?
Да мне тут еще, знаешь, сколько в серии 500 потребуется, чтобы этот ангарчик выбрать, если это все показывает. А, подожди, подожди, подожди. Но хотя. Давай еще попробую бронированное стекло провести еще. Тебе помочь там? Да я бы не отказался, если вы еще со мной. Если не надо, так не надо. Ну да, да. Так, сбронированное стекло. Сейчас мы сделаем. Кто тут строит? Я тут. Нет. Интерьерные панели там строились. Еще я их заказывал, но они мне вроде уже больше не нужны. Ну и значит я все правильно сделал. Я впрок заказывал там чуть побольше. Да там не побольше, а бесконечно. Ну я же говорю чуть побольше. Так, мне может сюда кто-нибудь бур притаранить и буром здесь все это разбурить, точно. Этим еще предстоит разбираться. Чего правда? Не пролезу, наверное, в эту щель. А ну подожди, сейчас батька посмотрим. Пролезет бур, не пролезет. Это у других может не пролезть. Не все. А мы расширим вход, ну так. Сейчас подожди, я скажу точно, потому что. Хрен его знает, потому что правда не пролезет, будет обидно. Так. Ты хочешь это свинтить вот эти или ты что делаешь? Ё-мо. Нет, нет. Да блин, ну. Камаль, стоп подлетел. Нет. Ебануть. А кто? Ну все, вот этого бестолочь. Все. Дрель да. Лежит. Кому нужна дрель? Да есть. Ну шо? Пожелайте мне удачи, что ли? Да не пролазит он. Это у других он не пролазит. У меня все. Толкнуть? Ой, сейчас там что будет. Там будет туннель. Смотри, стенку выпрямил. Пол починил. Камаль, мы это, блин, столько строили. Почти построим еще раз. А ты сильно-то вглубь не надо, там дальше в бок уже нужно. Железо. Я бы... Принимайте. Бурил. Не за что. Во, блин, тут. Сейчас мне кажется, это... легче было руками уже добурить остаток. А мы не ищем легких путей, это было слишком банально. Блин. Так может. А так только особенные дураки могут. Учитесь. Где тут у нас, блин, железных пластин вообще нет? Да я их только что потерял после смерти. Шикарно, молодчина. Так что ты их с собой возишь? Так я вообще-то варил блоки тут. Сколько штук там было? Там было больше 1000. Не, у меня штук 100 было с собой. Или 100. Ух ты, я сломал пол. Все, нету армор блок. Додумался, блин. А, кстати, вы же там хоть легкую броню поставили? Да, легкую. Да. У меня есть целых 300 почти. А чем вам не нравится этот туннельчик? Мне кажется, очень даже симпатичный. Какой? Это который я продаю. Нет, ну я не понимаю, зачем вообще? Я прорыл то, что вы рыли кучу времени. Что? Я не рыл. Ну, Серег. Я по Сереге. А зачем? Так новый этот блок добавлять. В ангар. Добрая душа шире. Да что ж ты теперь не ставится-то здесь? Что ж такое-то? Ебать, что за хуйня? Не матерись. Ну тут кто-то мой кораблик обижает. Он решил от нас улететь, ему не нравится больше здесь. Дырки делают всякие. А зачем? Зачем копаете, я не понимаю. Сказали. Это ангар будет? Да, ну видишь это. Он значит... будет с другой стороны выходить, он будет выходить параллельно. Камаль, ты ломаешь пол. Перпендикулярно будет. Ну Все-таки умный. А, и знаешь, что появилось? Блин, я опять раз. Да как так-то? Я как беру с собой ресурсы, так я об скалу лицом разбиваюсь. Камаль, знаешь, как что изменилось еще в этом обновлении? Если разрушаешь, повреждаешь какой-то блок,
то там тратится ресурс. Ки раньше такое было? Не было. Было. Не было. Было, что какие-то ресурсы потеряются. Но при этом, когда ты чинишь, он просто чинится. А здесь смотри. Ну сейчас я покажу. Да раньше тоже такое было. Здесь. Блять, ну зачем ты? Отстань ты от моего корабля. И слишком близко, тебе тут нельзя пройти. Нормально. Надо вбуриться. Попробуй тут отремонтировать. Вот видишь, тут дырка есть. Мятина. Есть разные виды мятин. Есть которые чинятся. Иди сюда. Вот. Это чинится? Вот видишь? Ну у тебя пластины были. Понимаешь, о чем я вообще? Да, понял. А, теперь вот что еще. Можно толкать всяких мудаков. Да. Сам? Не надо, не надо, не надо. Не шути со мной. Уйди. Никогда нельзя брать столько пластин, как я сейчас с собой взял. Ладно, я пойду покатаюсь на большом корабле. Нам не надо бур, покататься на буре, пожалуй. Ну, я сейчас привезу бур. Не на том, а на маленьком. А сейчас большой привезу. Да ты что, хочешь еще раз копать так сам? Тогда сам. Я скажу, лучше такого не делай. Потому что потом больше чинить ангар, чем строить. Но я сверху буду копать. Давай. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Только лететь буду я долго, наверное. Нет, ну блин. Что? Что там? Уже помял. Уже помял, что? Нифига себе. Надо подниматься выше. У нас же серая это легкая броня. А я думал, это тяжелая броня всегда. Почему? Тяжелая броня. Ты задолбали бы строить тяжелую броню. Я-то думал, это упрочненка, типа. И можно безопасно. Их, ё-моё. Не, давай ты лучше на Санином корабле полетишь, это мне свой жалко. А его не жалко? Нет. Да ладно, я ничего с ним не сделаю. За корабль не беспокойся. А вход-выход будет где? Нахрена ты полетел? Где будет выход, вход? Сверху? Сбоку. Нахрена ты вылетел? Сейчас все сделаем сейчас. Что ты сделаешь? Прокопаем вход. Куда вход? Ты дебил или что? В смысле? Нахрена ты большой корабль вытащил? Блин, у вас там два корабля. Какой два корабля? Бери свою бактерию и копай там этим. Ты что, дебил копать этой штукой? Ну всю базу уничтожишь. Насквозь сейчас база просто пробурит со всеми кораблями. Не, давай, чё? Боже. Я начинаю сомневаться в вашей... Ну и что сейчас, парковаться обратно, что ли? Нахера ты вообще выезжал, не могу понять. Это корабль для копки ресурсов, а не для копки ангара. Тебе что, бензина жалко? Мне жалко станцию. Все, что ты поломаешь, чинить буду, как обычно я. Как ты знаешь? Блядь, знаешь? Догадался. Учусь на ошибках. На чьих? На моих? Да, мы все учимся на твоих ошибках. Ставь обратно корабль. Не могу. Он сам. Я отключил инерцию. Он сам летит. Он сам, да, все разрушает. Блин, мне кажется, тут мешает астероид. Давай его прокопаем. Не заставляй меня тебя сейчас убивать опять. Как? Болгарки. Я бронежилет одел. Бронежилет не поможет. Ну и что мне делать так теперь? Ставь обратно корабль, ну что тебе, виноват, что ты дебил? Да не хочу. Не надо меня обзывать. Мог бы хотя бы спросить. Я предлагал сегодня еще покопать на этом корабле все вместе. Нет, зачем? Я буду сам это все делать, все буду ломать. Идем копать. Я буду ломать сам все, да? Зачем вместе? Смотри, сейчас с разбегу встану на место. Ты иди только, поймай меня. А ты можешь пока не варить, я задеваю моторами периодически. Когда прокапываю вблизи. Камаль, нужна помощь.
Ай, ё-моё. Ну хоть металла покопаю под чуть-чуть. Давай выравнивай, сейчас еще немножко. Чуть-чуть вперед под. Тихо. Тихо. Вперед, вперед, стоп, стоп, тормози. Ну еще хоть чуть-чуть еще. Вперед, вперед, вперед. Жди ты, я вижу все. Опусти нос. Еще. Ай! Может говорить. Все, 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 тормози столько раз, хорошо. Теперь назад чуть-чуть дай. Назад, стой. Назад, назад, назад. Назад, назад. Что это было? Куда ты? Вернись. Не представление. Так, тихо, тихо, тихо. Еще обратно. Все, 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 тормозит, не тормозит. Все. Свободен. Я свободен. Все надо починить. Да, ты починить. И видишь, тут не нужно, не нужны теперь пластины. А! Щель слишком большая, оказалась. Непонятно, непонятно. А может просто потому, что у тебя есть они? Нет, просто слишком близко. Когда ты строишь. Потому что нам друг друга ломает. А, подожди, мне кажется, понимаешь, тут есть разница. Ты помял ударом, тогда ресурсы не теряются, а ты, если нет, ты их по-моему, от силы повреждения, от силы. То есть, если ты... Оу, щет! Мадафака! Он, блин, тут... Отбивается. Перезагружай, перезагружай, перезагружай! К чему? Тут лаг вылетел бур нахуй. Выключай, выключай! Да, ну какой выключай? Я бурил 20 минут. Надеюсь, что у Сани сохранилось быстро. Тут... А где Сань... бур? Выключайте, говорю! А где бур? Улетел, непонятно куда. Бур. Ладно, сейчас перезагружу. А поймать его нельзя. Блин, я сохранился. Перезагрузили мир. Но немножко старое сохранение у нас. Ровно до серии, который был. Но ничего, мы сделаем все. Все заново сделаем, сами уже без вас. Но я не знаю, какие у нас гарантии, что это не произойдет еще раз. Камаль уверен в том, что не должно произойти, но. Если будем нормально парковаться, а не как ты любишь, то все будет нормально. Как я нормально? Да блин, ну здесь я вообще не тронул корабль. Что, блядь, случилось? Ух, то же самое. Ух, ё. Нет, всё, эта система уже всё, не работает, Камаль. Так что наш корабль всё. Это не корабль, это не корабль. Это не корабль. Это зацепы. Это банально нужно снять эту хуйню. Конечно, это не корабль, всё, корабля больше нет. Корабль улетел, вон. Когда он станет шутить, перезагрузишь и уберём этот каркас поддержки. И всё. Да. Да нет, вот смотри, осталось только насадка, главное, она с места не сдвинулась вообще. Да. Тяжелая, потому что. Ну все, шутни, давай. Все, надо строить новый корабль, потому что это. А не нужно новый строить. Ты уверен? Ну давай, блядь, сам будешь строить корабль. Ой, что блин, такое? Блин. Камаль, ты уверен, что все будет? Уверен, блядь. Давай спорить. Спорим. Давай, если будет работать, то я не делаю никогда больше тебе замечания. Если не будет работать, ты больше не материшься. Ровно 10 серий подряд. Договорились. Все, я перезагружаю мир. Чё? Как ты не сдох-то? Будет, будем снимать, Камаль будет изображать инженера. Жаль, что нельзя сесть вот на эти вот маяки. Кто-то спросил, что у нас за кабель. Это кабель, который соединяет две станции. Все. Как он там называется, сейчас я подлечу. То есть так, экспериментальный. Вот, интерьер пилара называется, этот блок и все. Просто покрашен в красный цвет, он никакой функции не несет, кроме соединения маяка с базой.
Ну что там? Не взрывается или взрывает? А, смотри, он прогибается, походу, дела. Сейчас все будет. Бля, он отцепил, случайно. Что? Головка улетела, блядь. Головка от полбеды. Так, ребятушки. Хорошо, нужно остановить эту главную головку. Сейчас мы остановим. Попробуй, блин. Не знаю. Же есть это. Двигать бур, скажем так. Вот ты при отстыкуй бур, садись в ту кабинку и попробуй его двигать. Хорошо. Смотри. Все равно потом заново начнем, потому что головку надо как-нибудь установить. Да. Там или так, хорошо. Давай. Садись, двигай бур. Сейчас надо сначала отцепить. Серег, ты снимаешь? Да, я хочу заснять еще раз этот эпичный взрыв. Уже где-то слышно хруст. Так звук охуенный. Ну это. О! Пока ничего не происходит сейчас. Сейчас будет. Сейчас Камали разорвет. Ё-моё! Это у вас ничего не происходит. Вы видели, что у меня сейчас на экране происходит? Это просто... эпилепсию этого корабля, на самом деле. Его так штырит сейчас. У вас реально ничего не происходит? У меня нет пока. Блин, его вообще колбасит. Так, у меня почему-то в реакторе нет. Мне не пишет даже, что у меня рассинхрон какой-то. У него вот этот штырь вообще вылетел, и он как бы, блин, долбится об штырь об этот. Блин, в реакторе нет урана. Ой, блин, это просто жесть. Первый раз вижу такое. Ну попробуй, Камаль, попробуй отремонтировать штырь. Урана нету, так зачем отремонтировать? Попробуй отремонтировать. И что мне вот делать, если у вас все нормально, а у меня такая шняга? Мне интересно, убьет эта шняга? Это реально происходит? Интересница. Не, меня реально убил и оттолкнул этим штырем, как будто это действительно что. Ну, на самом деле. Смотрю, ну, где проблема? Ой, что-то. У Сереги, по крайней мере, проблема. У меня еще и FPS-ы так упали, вроде бы. Точнее, нет, у меня они не упали, но да, мне этот лазер вообще жутко залагивает. До сих пор. Весь бур, его крутит из стороны в сторону. Штырь туда-сюда колбасится. Это просто нечто. Мне, походу, надо перезаходить, чтобы увидеть все это в норме. У тебя своя игра там. Да, у меня реально какая-то своя игра тут началась. Вот ничего не разрешается при этом. Саня, успокоился? Нет, я хочу увидеть, как ты будешь его двигать. Хорошо, сейчас возьмем урана с этого. Да, это все из-за копа, рассинхроны какие-то начались. Но странно, что меня не написал, что типа... рассинхрон с сервачком. Я снимаю. Я ложу уран в зад. В зад. Да. Все? Да, положил. Положил. Смотрю. Истеричка. Ну. Куда ты? Корабль-то оставь. А хули там? А ну сядь в кабину и выключи ласты. Они выключены вообще-то. А раньше говорят. Ну вот в том и прикол, ну залезь, все равно посмотри, ну что, явно кайф. О, щет! Теперь, похоже, у всех такое произошло. Ладно, не будем отчитаться больше. 10 серий подряд. Где корабль? Оу, не, у меня похлеще было. Смотри. Все, улетел корабль. Все, он остановился. Да, все, бур, больше нету бура, вот сказать. Ну оставим его как напоминание об былых временах. Потому что мне его жалко. Там стоит, что ли? Ну, если он устоит, если он может сам псе рванет. Дрейфует дальше. Бабахнет. Все. Не бабахнет. Если мы пристыкуем эти, выключим все ряд, он останется. Можешь просто всю энергию вырубить, сесть и сразу все отрубить ему. Боглюки. Ну все, выключай. Ну что ж, друзья, в следующей серии будет, наверное, интереснее, а то в этой серии мы только расстроились. А на этом у нас все. С вами Сишок, был Сишок, Камаль и Сергей. Всем удачи, всем пока. И я тоже прощаюсь. Блин, ну эпично получилось.